Лейлат аль-Бараат, ночь очищения на арабском языке. Правильно называется Лейлат аль-Нусеф мин Шабан, что переводится как ночь половины месяца Шабан. Бараат, арабское слово, в переводе буквально значит благоденствие. В эту ночь Аллах особенно благосклонен к верующим, прощает раскаявшимся их грехи, прислушивается к их молитвам. Накануне мусульмане могут держать пост, традиционный ночной намаз, дополняют просьбами о прощении грехов и очищении. Сказал порталу имам Хатыб соборной мечети Новотроицка Айзбек Хазрат Нуртышев. Бараат является второй самой значимой ночью после ночи предопределения. Некоторые мусульманские богословы считают, что переписывание книг судьбы человека начинается с ночи Бараат и завершается в ночь предопределения.